Антивоенный митинг прошел сегодня в Одессе. На Приморский бульвар к памятнику Дюку пришли более 500 человек. В основном активисты местного Евромайдана, но были также и простые одесситы, сторонники Единой Украины. Митинг начался с чтения молитвы, затем выступали общественники, украинские солдаты, волонтеры, собирающие помощь для зоны АТО. По словам организаторов, главная цель акции – показать мировому сообществу, что в Одессе как никогда сильны патриотические настроения. Путин может реализовать свои планы только при одном условии. Если среда будет благоприятствовать этому. Одесса показывает, что в Одессе не пройдет сценарий ни Донецка, ни Луганска.